Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал. Меня зовут Роберт Рацевский, и я хотел бы задать вам один вопрос. Вы когда-нибудь задумывались начать инвестировать, и вас останавливали такие вопросы? Как же начать инвестировать? Что же такое market cap? Что же такое дивиденды? Что такое PO ratio? И все вот эти понятия, связанные с акциями. И если вас когда-нибудь останавливали такие мысли, и вы не хотели долго разбираться, что это такое, как понять, какие акции хорошие, какие акции плохие, то сегодня я покажу вам приложение, в которое вы можете пассивно инвестировать в акции и не париться о том, что вы инвестировали в плохие акции или вы инвестировали в хорошие акции, а приложение, которое я вам покажу, само поможет вам выбрать, в какие акции вы будете инвестировать, и это приложение будет автоматически инвестировать деньги за вас, и вам не нужно будет париться об этом вообще. Вы просто настроите один раз это приложение, и дальше даже можете не заходить в это приложение, потому что оно все будет делать за вас. И что же это за приложение такое? Это приложение называется Acorn. И давайте посмотрим мое портфолио в этом приложении, и я вам расскажу, как пользоваться этим приложением, как его правильно настроить и какие есть функции в данном приложении. Ну что ж, давайте посмотрим, что это за приложение. Это приложение загружается, оно пишет вам приветственное сообщение и показывает основные данные в вашем аккаунте. Сверху вы видите значок вашего профиля. Если вы нажимаете на него, то вы видите, что здесь написано ваше имя, ваша локация, с какого года вы начали инвестировать в данное приложение. Также показывается галочка, что я полностью настроил весь свой аккаунт на 100%. Дальше, если мы находимся на этой вкладке, мы видим, что здесь есть такие опции, как Milestones. Milestones, на самом деле, ничего супер важного в этом нету. Это просто сделано в этом приложении в формате игры какие-нибудь ваши достижения. Например, вы установили автоматическое инвестирование в этом приложении. Получайте баллы за это достижение и прокачивайте свой уровень, так сказать, в этом приложении. Но этот уровень не дает вам каких-то бенефитов или чего-то подобного. Это просто сделано в виде игры, чтобы воодушевлять вас использовать все функции по максимуму в этом приложении. Как вы видите, у меня уже сделан первый уровень в этом приложении, Level 1, Tiny Acorn. И я добился этого уровня благодаря тому, что я установил автоматическое инвестирование в данном приложении, что я инвестировал больше, чем $150 на свой аккаунт, и также, что я сделал уже больше, чем 10 раунд-апс. И что такое раунд-апс? Раунд-апс — это функция в данном приложении, которая помогает инвестировать еще более пассивно. Например, вы установите в этом приложении, что вы хотите инвестировать $5 в неделю или в месяц. Как вы настроите, все будет зависеть от вас. И, например, вы настраиваете эту функцию раунд-апс, которая помогает вам инвестировать пассивно, чтобы вы даже того не замечали. Например, если вы идете в какой-нибудь магазин, покупаете себе батончик Сникерс, и это не реклама Сникерса, а просто как пример. И, например, батончик стоит 4,50, вы заплатили $5 через карточку, которая привязана к этому аккаунту. И в зависимости от того, как вы настроите, эта функция Roundups будет инвестировать, если это минимальные настройки, то эти 50 центов, вот эту разницу, по сути, вашу вот эту сдачу, оно инвестирует в приложение, просто потому что вы купили. Еще более позже я объясню более подробно об этой функции, так что смотрите до конца. Дальше здесь есть в настройках опция пригласить друзей. Если вы приглашаете друзей, вы получаете какие-то деньги на данное приложение, что очень полезно. Если у вас есть какие-то друзья, просто дайте им ссылку с этого приложения, и вы и ваши друзья получат бесплатные деньги в этом приложении. Еще одна полезная кнопка здесь называется Grow Your Knowledge. Если мы нажимаете на Grow Your Knowledge, здесь показываются различные тематики, которые помогают вам инвестировать более эффективно и узнавать информацию в общем, что такое инвестирование, какие есть метрики в инвестировании, как инвестировать, и это все помогает вам более точно понимать вообще, что такое инвестирование в целом. Как видите, здесь есть такие темы, как вступление в Acorn, также инвестирование, retiring. Это значит, что в этом приложении вы можете настроить аккаунт, который называется retirement account, что означает, это аккаунт, который будет накапливать вам деньги до вашей пенсии. И когда наступит ваш пенсионный возраст, то вы можете снимать деньги с этого приложения. Также здесь есть некоторые темы, как больше и более эффективно сохранять свои деньги и многое другое. Также здесь, конечно же, есть настройки, где вы можете поменять вашу персональную информацию, вашу подписку, аккаунты ваших банков, которые привязаны сюда, уведомления, пароли и так далее и тому подобное. Одна из полезных ссылок, которую вы здесь можете найти, называется, первое, это «Мои подписки».
подписки. И вы задумываетесь, подписки в приложении для инвестирования, что это такое? Ну, на самом деле ничего сложного, просто данное приложение использует подписки, и по сути вы должны платить этому приложению за то, что вы могли через него инвестировать. И у меня стоит самая дешевая подписка в этом приложении, которая стоит мне $1 в месяц, что фактически ничего, если сравнивать с теми функциями, которые дает данное приложение. И эта подписка просто позволяет мне им пользоваться без каких-либо больших бенефитов, чем просто инвестирование. Ну, например, если вы нажмете Change Tire, то вы видите, что здесь есть персональная подписка, которая стоит $3, в которой вы уже можете создавать свой пенсионный аккаунт. И если вы пролистаете дальше, то также есть подписка семейная, в которой, кроме всего вышеперечисленного, вы можете также создавать аккаунт для ваших детей. То есть начать инвестировать для вашего ребенка еще с его ранних лет, до того момента, пока он сам не сможет это делать. И по сути, таким образом вы помогаете своему ребенку в будущем иметь какой-то начальный капитал для его каких-то свершений, дел, инвестирований и всего того, чего он захочет. Если мы смотрим дальше, то здесь ничего особенного. Еще очень полезная ссылка — документы и стейтменты, что помогает вам найти ваши справки о доходах и расходах в этом приложении, а также в конце года, если этот документ вам будет доступен, в эту вкладку приходят ваши документы с вашими налогами. В первой линии в этом приложении показывается, сколько вы инвестировали в ваше будущее. Для меня это $121.93. Если мы нажимаем сюда, вы видите, что здесь есть некоторые дополнительные опции, такие как Round Ups, что я уже рассказывал, One Time, это имеется в виду, что если вы хотите сделать какой-то единоразовый взнос в это приложение, и также Withdraw, что означает, что вы можете снимать с этого приложения. И небольшая отсылка, я пробовал снимать деньги с этого приложения, просто ради того, чтобы проверить, насколько это сложно, несложно, и вообще реально ли это, все работает, через несколько дней деньги приходят на аккаунт, все окей, без проблем. Если мы нажимаем на Round Ups, то здесь показываются настройки того, как вы хотите округлять сумму ваших затрат. И, например, мы листаем здесь и видим, что с некоторых моих транзакций показывается, сколько округлила сумму и инвестировала в это приложение. Например, как видите, из последних транзакций затраты на Verizon инвестировала 0,01 цент, а с Coinbase $1, с Coinbase $1 и еще раз с Coinbase $1. Здесь также показываются некоторые информации по тому, как вы инвестировали. One time, ничего особенного, как я и сказал, просто если вы хотите вложить какую-то определенную сумму один раз в это приложение. Ну и с withdraw, то есть снятие денег, также, как я и рассказывал, вы можете снимать деньги с этого приложения. Дальше мы видим портфолио. И портфолио — это то, какое портфолио вы выберете, и вы захотите, чтобы это приложение вам делало с годами, как вы будете инвестировать в это приложение. У меня, например, выбрано агрессив, что означает, что у меня будет инвестировано 100% моих вложений все в акции и 0% в бонд. Например, если вы выберете moderately aggressive, это будет означать, что 80% будет инвестировано в акции и 20% в bonds. Moderate — это 60 в акции, 40 в bonds. Moderate conservative — это 40 в акции и 60 в bonds. И последнее, conservative, это 0% вы будете инвестировать в акции и 100% в bonds. Также, если мы, например, выберем мое агрессив, то оно показывает, сколько в процентном соотношении, куда я инвестирую. И оно инвестирует в ETF. Напомню, что ETF — это как корзинка с множеством акций. Например, оно инвестирует в популярные ETF, такие как, например, если мы нажмем Large Company Stock, то мы видим, что оно инвестирует в ETF VOO. И есть краткое описание того, что это за ETF. И здесь написано, что это ETF, в которое, если вы инвестируете, то по сути вы инвестируете в 500 самых популярных акций в Америке. И как вы видите, мы можем увидеть небольшую информацию об этом ETF. За один день оно на 2% поднялось, за неделю на 0,77, за месяц на 1,47. За 6 месяцев упало на 2,78 и за год поднялось на 15%. Как мы помним, в среднем
среднем акции вырастают от 8 до 10% в течение года. Практически никогда, кроме одного года, за всю историю образования инвестирования в акции не было того, чтобы акции вернули отрицательное число. Это всегда было положительное число. И следующая кнопка, которую мы видим здесь, это настройки вот этой функции Roundups. Если мы нажимаем сюда, то мы видим, что она у меня установлена автоматически, и у меня установлено, что я буду округлять сумму до доллара. Также вы можете настроить по-другому, до 75 центов, 50, 25 или вообще не округлять. Или же вы можете еще добавить плюс к тому, что оно округляет, добавить мультиплайер, что означает, что, например, как вы помните, с Coinbase было инвестировано 1 доллар, но у меня, если будет стоять мультиплайер x2, то это будет уже 2 доллара, x3 – 3 доллара, x10 – 10 долларов. То есть таким образом вы можете намного больше инвестировать пассивно в данное приложение. Также здесь есть такая опция, чтобы вы могли инвестировать в портфолио, которые эксперты сделали и прогнозируют, что это портфолио будет хорошо себя показывать в течение всех лет. И здесь есть такая функция, что вы можете инвестировать в эти портфолио, которые называются ECG. На данный момент видите, что у меня выбрано Core портфолио. Это то портфолио, которое я вам показывал, например, где есть Large Company Stack, VOO и многое другое. Но здесь ECG портфолио репрезентирует другие акции, другие ETF, в которые он будет инвестировать. Но я решил пойти по стандартному пути и инвестировать в такие популярные ETF, которые я выбрал в своем портфолио, там VOO, VTI, VUM и многие другие. Также снизу вы можете увидеть ваши недавние активности в данном приложении. И вкладка Performance, что показывает, как ваше портфолио, как оно поднялось, упало за разные промежутки времени. Например, за день у меня портфолио поднялось на 2%, за месяц поднялось 0,14%, за 3 месяца упало на 3,18%, за 6 месяцев упало на 3,44%, за год оно также упало на 3,44%, за все время на 3,44%. Я инвестирую в это приложение меньше года, я предположу, что где-то, ну, может, полгода, чуть больше. И также удобная вкладка здесь, что показывается из 121 доллара 93 центов, сколько куда инвестировано. И вы можете менять эти метрики. Например, в большие компании у меня инвестировано 67.19 долларов. Это, как мы помним, наша VOO. И также во все остальные компании можете видеть суммы, сколько инвестировано. Также вы можете поменять и видеть это в процентном соотношении, то есть 55% в Large Company Stacks. И также в акциях. Со 121 доллара у меня куплено только 0.1670 от акций VOO. И также можете видеть все остальные компании и сколько акций, процентов или в деньгах у меня куплено в этом приложении. Здесь показывается еще небольшая информация, сколько вы инвестировали за последние 30 дней. Grow Your Knowledge, что мы уже видели, это небольшие абзацы с информацией, как инвестировать, что такое инвестирование и как вообще это все работает. Также в этом приложении, если вы установите расширение в ваш браузер, например, в Google Chrome, расширение под названием Acorn, то вы можете при покупке сайтов и использовании этого расширения получать какие-то деньги или проценты от вашей покупки, которые будут автоматически инвестироваться в это приложение. Если вы нажимаете на Earn More Money, то оно показывает, какие магазины или сервисы поддерживает данное приложение. И как видите, это довольно много разных сервисов, такие как Uber, eBay, Walmart, Grubhub, Nike, Apple и многое другое. И, например, если вы покупаете с сайта Apple какую-то продукцию с использованием расширения Acorn, то суммы данной покупки 1.5% будет инвестировано в ваше приложение. И за счет того, что мы знаем, что в Apple обычно очень дорогие цены, то 1.5% это довольно хорошая сумма. И по сути, это считайте как бесплатные деньги, которые инвестировались в это приложение.
Так что, если вы будете что-то покупать через вот эти сайты, то обязательно используйте это расширение, просто чтобы получить какие-то бесплатные проценты или деньги. И это все, что я хотел бы сегодня вам рассказать об этом приложении. Надеюсь, вам было полезно узнать эту информацию о приложении, и теперь вы сможете более спокойно инвестировать в акции, даже если вы не будете знать всех определений, которые существуют в маркет акции, такие, как я уже говорил, дивиденды, market cap, PO ratio и многое другое. Вы просто можете пассивно инвестировать в приложение Acorn и даже не думать о том, что, о боже, инвестировал я в хорошую акцию или в плохую. Вы будете инвестировать в ETF, где хранится множество акций, и вероятность того, что ваш ETF упадет, практически нулевая, потому что был только один единственный год, когда ETF упали, и это был 1973 год. То есть за все время инвестирования был только один единственный год, когда акции упали. И я просто говорю это для информации, потому что я понимаю, что люди боятся инвестировать, и для них это звучит как какое-то непонятное вложение денег просто в никуда, а вдруг все упадет, и я потеряю все свои деньги. Так вот, просто помните как факт. Один единственный год был тогда, когда упали акции, и то они упали, да, за год они были негативные, но за все остальное время они приносили от 8 до 10%, иногда даже больше. Так что, если вы хотите пассивно начать инвестировать в акции, я показал вам идеальное приложение для этого. Если вам понравилось данное видео, поставьте лайк данному видео, подпишитесь, ставьте комментарии под видео. Если у вас есть идеи, какие видео вы хотите увидеть в будущем, обязательно пишите комментарии. Я читаю и отвечаю на все комментарии, которые вы пишете. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока!